мы с вами праздники встречали, но этот ждали столько лет. И вот настал торжественный момент. Вот отчего-то зал притих. В глазах восторг и грусть немного. Пусть зал сейчас запомнит их, кокетливых и озорных. Немного дерзких и упрямых, по-детски шаловливых самых. Неповторимых, дорогих и всех по-своему любимых и одинаково родных. Как быстро пролетело время! 11 лет назад мы с вами робко и неуверенно переступили порог нашей гимназии. А сегодня мы стоим перед выбором. А что нас ждет впереди? А это легко узнать. Ученые выпустили новую модель машины времени 11G11ET2016 на жидких кристаллах с нано-турбодвигателем, предназначенную для перемещения во времени детей старшего школьного возраста. Нам повезло. С помощью этой машины времени мы узнаем, кто кем станет. Ну что же, помечтаем. Командир воздушного судна, службы обеспечения и все гости готовы встретиться с экипажем. Экипажу, занять свои места. Мы должны соответствовать обстоятельствам. Делать все очень четко и понятно. И по нашей традиции команде, отправляющейся в будущее, дает свое напутствие и вручает признанные документы директор гимназии, член общественной палаты Псковской области Фомченкова Татьяна Александровна. Дорогие выпускники 2016 года, теперь это ваше новое качество. Дорогие наши призеры, лауреаты, победители, очень хорошие ребята. Добрый вечер, дорогие педагоги, призеров, победителей, лауреатов, номинантов. Добрый вечер, родители самых замечательных ребят, бывших наших гимназистов. Я поздравляю вас с торжественным моментом. Поздравляю с гордостью. Через 2 минуты, когда я закончу говорить, я приступлю к тому, чтобы вручить вам очень серьезный документ об образовании. Аттестат о среднем общем образовании. Этот документ, который, конечно же, федерального значения, государственный и очень важный, говорит об очень многом. О том, что вы освоили программу среднего образования, и сейчас мы твердо можем сказать, что вы ее освоили замечательно. Вы принесли честь и славу гимназии на едином государственном экзамене. Вы доказали то, что ваши знания – это ваша сила, безусловно. У нас действительно замечательные высокие баллы на ЕГЭ. Но, дорогие ребята, конечно, оканчивая школу, мы не можем сказать, что баллы ЕГЭ – это показатель. Это не показатель, это просто баллы ЕГЭ. Здесь с вами на протяжении многих лет работали педагоги. Да нет, учителя. Конечно, высокого профессионализма, мастера своего дела. Но самое главное, здесь с вами работали очень хорошие люди. От 1 класса до 11 класса. Я говорю о всех наших учителях. И больше, чем человеческих уроков, мудрости, терпения, наверное, вы не получили. Поэтому, несмотря на все и вопреки, и совместно со всеми человеческими нашими уроками, с гордостью, торжественно я приступаю к выдаче государственного документа, аттестата
о среднем общем образовании и сопутствующим важным документам. Итак, внимание. Аттестат о среднем общем образовании особого образца, а также медаль, полученная часами ранее, вручается ученице гимназии Худинской Марии. А также Маша получает похвальную грамоту за особые успехи в изучении русского языка, математики, физики, информатики, грамоту от гимназии за отличные успехи в учебе, за активную жизненную позицию, за укрепление имиджа гимназии и наилучшие пожелания Машенька добиться сегодня. Аттестат особого образца, красный аттестат, вручается Колпакову Даниилу Александровичу. Особые успехи в изучении физики, математики, информатики. Почетная грамота гимназии за настойчивость, упорство, отличную учебу, укрепление имиджа гимназии, хочется добавить, имиджа города, имиджа области Дания. И, конечно же, присоединяюсь к словам поздравления за медаль. Аттестат особого образца вручается Волковой Ольге Юрьевне. А также похвальную грамоту за особые успехи в изучении химии, русского языка, литературы, немецкого языка. И, конечно же, грамоту гимназии. Оля, поздравляю. Аттестат особого образца вручается Лыкову Илье Сергеевичу. А также за особые успехи в изучении биологии, русского языка, английского языка и физической культуры. И, конечно же, грамоту гимназии за укрепление имиджа гимназии, за отличную учебу и умение работать в команде. Аттестат особого образца вручается Бартулевой Арине Александровне. А также за особые успехи в изучении информатики, литературы, математики, французского языка и грамота от гимназии за активную жизненную позицию, инициаторское начало, организаторскую деятельность, воплощение творческих идей, подписанная лично Татьяной Анатольевной Сафроновой, и грамоту гимназии классного руководителя за отличные успехи в учебе и разработку и воплощение ярких проектов. Аттестат особого образца вручается Поляковой Наталье Юрьевне. За особые успехи в изучении химии, русского языка, английского языка. Отдельная грамота Татьяны Анатольевны за активную жизненную позицию, инициаторское начало, организаторскую деятельность, воплощение творческих идей и грамота гимназии классного руководителя за отличные успехи в учебе. Потом прочитаешь внимательно. Поздравляю вас! Аттестат особого образца вручается Тихоновой Дарье Сергеевне. А также грамота за отличные успехи в учебе, активную жизненную позицию, умение работать в команде. Аттестат особого образца вручается Жолодевой Полине Михайловне. Грамоту за особые успехи в изучении химии, биологии, английского языка. Грамота гимназии за отличные успехи в учебе, за активную жизненную позицию.
отличается. Анди Коу, аналитик Абатани. А также премии и медали. Аттестат особого образца 2. Грамота за добросовестное отношение к учебному процессу, за лидерские качества 3. Подарок. Книга. Памятный подарок. Гаврилова Евгения Андреевна. Пока она выходит, я говорю, что ее тоже аттестат особого образца красный. И уже медаль за это она успела получить. Женечка, поздравляю. Аттестат, грамота и похвальный лист. Она есть похвальный лист не прочитала. За особые успехи в изучении литературы, английского языка, истории, обществознания, грамота гимназии. Себе, пусть себе в
во всем этом. Грамота гимназии. Иванов Юрий Алексеевич. Знания французского языка. Возьмем сумочка. И подарок от Валентины. А я, к сожалению, не смогла быть, но она передает тебе. Спасибо за мою помощь. Поздравляю. Ксения Александровна получает аттестат о среднем общем образовании. Грамоту гимназии. Замечательно классно, что вы приехали. За хорошую учебу, за активное участие в жизни класса, школы, за доброту души, если за это еще можно давать грамоты. Спасибо тебе, Настенька. А также диплом управления образованием нашего города за артистизм, исполнительское мастерство в городском смотре, конкурс о театральных постановок. А также я прошу обратить внимание, что сегодня из моих рук Александра получает золотой значок ГТО. Готов другой вам. Игнатьев Максим Викторович. Заслуги в изучении французского языка, право, обществознание, литература. Диплом управления образования администрации города за исполнительское мастерство в городском смотре конкурса театральных постановок. И подарок Валентины Даниловны с нежностью и приветом. И подарок от гимназии, хорошая всегда на аттестат о среднем общем образовании вручается Альтмарку Михаилу. А также похвальная грамота за особые успехи в изучении. Как думаешь, чего? Химия! Угадал! Аттестат о среднем общем образовании. Богданов Иван Андреевич. Иван Андреевич, грамота гимназии. Совсем творческую позицию в жизни гимназии. И подарок. Просто не спокойно. Подарок. Нам успехи в изучении. Информатики и КТ. Похвальная грамота гимназии. Похвальная грамота гимназии. И мои поздравления. Аттестат вручается. Расинилич Антон Александрович получает аттестат. Спасибо. За хорошую учебу, воплощение творческих идей, активную жизненную позицию и книга. Подарок.
выпускника со средним общим образованием вручается Рыжкову Даниле Алексеевичу. Грамота гимназии за ответственность, за воплощение творческих идей, умение работать в команде и за особые заслуги в изучении немецкого языка. Сироткину Александру Вадимовичу сегодня тоже вручают аттестат. Замечательный аттестат. Очень интересному ученику гимназии. И грамота за хорошую учебу, воплощение творческих идей, укрепление имиджа гимназии и замечательная книга в подарок. Аттестат вручается Пантелееву Андрею Григорьевичу. Где-то там, вдалеке заняв первое место, к нам прибыла за аттестатом Петрова Любовь Игоревна. Замечательный аттестат. А также, конечно же, похвальная грамота за особые успехи в изучении английского языка и ОБЖ. Принесла неоднократно славу. Щука Евгений Витальевич получает аттестат о среднем общем образовании. Конечно же, грамоту гимназии за ответственность, настойчивость, инициативность. Вручается похвальная грамота за особые успехи в изучении химии и диплом за активную жизненную позицию, воплощение творческих идей, актерское мастерство и верность традициям театрального. Юсиф Гаджиевич Юсупов, я приглашаю вас сюда. По алфавитному порядку, наконец-то не подсвечены такого внимания. Вручаю тебе аттестат о средних общих образованиях. Грамоту гимназии за настойчивость и упорство, за хорошую учебу, активную жизненную позицию. Подписывайтесь под каждым аттестатом. Наверное, можно было бы сказать, что уже и все. Поближе к микрофону. Нет, еще не все. Маленький торжественный момент. Решением методического совета школы на основании рассмотренных портфолио, абсолютным голосованием, я с особой гордостью хочу вручить премию имени Софьи Ковалевской ученику 11 ЕТ класса Лыкову Илье. За творческую инициативу, большой вклад в создание имиджа гимназии. Учили. Мы свою работу закончили. Очень грустно. Скажу одно только маленькое лирическое слово. Очень не хочется, чтобы вы выпускались. Вот совсем-совсем не хочется, чтобы вы уходили. Но это все лирика. И вот держа в этот документ, все-таки я хочу сказать очень короткие напутственные слова. Они касаются больше, наверное, не уроков, не знаний, не стремлений, не побед. Конечно же, хорошо вам поступить. Это все понятно. Конечно же, хорошо вам встать на ноги и добиться успехов. Но и другое хочу сказать. Не забывайте. Берегите в себе человека. Важнее этой науки ничего не будет. Берегите в себе человека. Это самое главное. И не забывайте о самом главном. О своих родителях. И все-таки, не заканчивая свою речь, я хочу поблагодарить не только вас, ребята, потому что вы были замечательными нашими учениками. Я хочу поблагодарить от имени гимназии наших дорогих родителей. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в жизни школы. А участвовали вы все. Вы были самыми доброжелательными, вы были верными друзьями.
Я знаю, как педагог, работающих в этих классах много лет. И каждое мое слово сейчас действительно искренне. Однако, наверное, будет правильно, вы потом обратите внимание, у ребят там целая папка документов. И в этих документах есть благодарственные письма и грамоты родителям. Хочу сказать огромное спасибо родителям, учащихся 11 Г-класса, Мамедовой Светлане Владимировне и Эдуарду Рашидовичу, Акимовой Руслане Ивановне, Ивановой Татьяне Евгеньевне, Лукиной Ирине Евгеньевне, Размыслович Светлане Сергеевне, Макаровой Наталье Геннадьевне, Мещикиной Екатерине Йозефовне, Щека Елене Михайловне, Полякову Юрию Александровичу, Куликовой Ольге Николаевне и всем-всем вам за воспитание таких замечательных наших общих детей. Ну, затем прошу присесть на дорожку и услышать добрые напутственные слова провожающих. Обучая летать, сам не раз упадешь. Крылья тоже бывают нелегкой ношей. Только лучше своих ты птенцов не найдешь. Все им отдано, все, до последней из крошек. Но приходит пора, и птенцы из гнезда улетают, покинув родную обитель. Сделал все, что сумел. Твоя совесть чиста, терпеливый, заботливый друг наш, учитель. Приглашаем к микрофону Федорову Людмилу Евгеньевну. Уважаемые мои выпускники, теперь уже выпускники. Я сегодня очень коротко. Поздравляю вас с окончанием школы, с завершением ЕГЭ и с вручением вам аттестатов. Мы с Еленой Петровной готовили вам сюрприз, но жизнь внесла в наши планы свои коррективы. Но сюрприз будет совсем другой. Небольшой, маленький, но будет. Вас сейчас поздравит, с напутственным словом перед вами выступит ведущий дубас и певица Ёлка. Мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы.